Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Ну, это она нашего брата переснимает. Категории, мол, на прицеп нет. Что ты, что ты? Вообще, наши прекрасные богини считают, что чужих детей не бывает. Но только тогда, когда это чужие дети. Ведь с оленяки все должно в ее кассу идти. Как так он отдает 25, а то и там больше процентов от общего дохода куда-то какой-то левой, по ее мнению, бабище мимо кассы? Это непорядок. Все только ей и только ее детям, естественно, в ее понимании. Чтобы его потом еще также поставить на алименты. И все у нее, все удалось. Вот, и поэтому пишутся такие ответочки на всех сайтах знакомств, везде написано «мужчину без детей и прошлых отношений». Это значит, что будет удой. Впрочем, даже если не написано, все равно будет удой. Не пользуйтесь сайтами знакомств. Ничего хорошего там нет. Берегите себя и будьте счастливы.